Итак, друзья, всем привет! На связи Виктория Коточинко, и сейчас я хочу вывести деньги со своего кошелька Пенза. Мне на счету 33 доллара. Я переведу страницу на русский язык через Google Chrome. И вот мы видим кнопочка «Вывод средств». Нажимаем на эту кнопочку. Я эту процедуру делала однажды, но это было давно, поэтому сейчас будем вспоминать. Значит, можно вывести на биткоин и вот еще какие-то супер куча разных систем. Так, опять переводим на русский язык. Так, банковский перевод, банковский, кредитная карта. Меня интересует кредитная карта. Значит, плата зависит, видимо, от моего банка. Продолжительность 2-5 рабочих дней. Банковский перевод 25 долларов, банковский перевод 5 что-то. Ну, в общем, я увожу на кредитную карту. Нажимаем кредитная карта. Смотрим на русском. Так, значит, из баланса доллары. Ну, у меня доллары на счету. Я так понимаю, это спрашивает. Либо спрашивает валюту карты, либо спрашивает, с какого счета тут я хочу снять. Ну, по-моему, здесь только долларовый счет. Так, выберите кредитную карту. Выбираем. У меня здесь прицеплена Visa Classic Internet, это долларовая карта. Я ее проходила верификацию. В принципе, это как и везде проходится. Прицепляете ее, нажимаете на кнопку «Верифицировать». Это в разделе «Бумажник», «Добавить карту». Там есть такая вот кнопка «Добавить карту». Цепляем карту, вписываем все ее данные. И там будет наверняка какая-то кнопочка «Верификация», «Пройти верификацию». С вас снимет там 1 или 2 доллара в карточке. Вы должны будете посмотреть, точную сумму указать. И в ближайшее время вам денежка вернется. Ну, вы так подтверждаете, что вы владелец своей карточки. Так, количество. Значит, введите сумму в долларах США. Я хочу вывести всю сумму. У меня тут, сколько там было? 33,85. Попробуем вписать до копейки. 33,85. Так, подробности не надо. Следующий. Так, переведем страничку. Произошла следующая ошибка. Минимальная сумма депозита составит 50 долларов США. Пожалуйста, введите повторно вашу сумму. Все понятно. Друзья, прощаемся. До следующего видео. Я думаю, дней через 5-6 у меня будет как раз эта сумма, может быть, и раньше. И я продолжу, запишу еще одно видео. Всем пока!